Всем добрый день! С вами Наталья. И мне пришла долгожданная посылочка. Вчера я ее забрала. Отправили мне 4 числа ее из Ногинска, из питомника. Не могу, конечно, сейчас в связи с правилами называть название, реклама, да, у нас считается. Но скажу, сейчас очень многие получают гортензии из этого питомника. Начинается его название на А. Такая вот будет. Вот. Многие поймут, что это за питомник. Тем более, сейчас мы откроем его. Шла посылка неделю. Сейчас я постараюсь ее открыть побыстрее. И вам все показать. Так, вот вскрыла я коробочку. Значит, давайте смотреть. Вот, значит, у меня здесь 7 гортензий. Bonfire, Garden Light, XS Light, BG, Petite Lantern, Magical Mount Fuji, Pink and Rose, Quick Fire Fab. Еще 4 мне придут чуть попозже оттуда. Я заказала еще металлику. Так, сейчас мы начнем. Все упаковано хорошо. Ничего нигде не высыпалось. Все плотненько. Листочки вижу зелененькие. Как бы так одной рукой, конечно, не очень удобно. Но будем пробовать. Значит, так. Посмотрите, вот какой классный саженец уже. Почти до верха он одревеснел. Это Magical Mount Fuji. Вот такой вот красавчик. Сейчас я все разверну и покажу, чтобы не было очень большое видео. Так, ну что, распаковала все свои саженцы. Посмотрите, какая Bloody Mary. Вот какой саженец. Прям отличный. Очень классно сформирован. Давайте посмотрим, какая корневая. Вот посмотрите, корневая. Шикарная. Шикарная Bloody Mary. У ней, кстати, вот даже видно по листочку, что вот листик отличается. Вот как показывают, такой удлиненный листик, темно-зеленый, потому что ну, с другими прям отличается. Вот Garden Light XS Light. Вроде маленький, да? Должен быть. Но как бы такой прям крепенький. Вот давайте корневую. Ой, корневая просто шикарнейшая. Сейчас они у меня постоят денек. Вот. И я их пересажу в 3-литровые горшочки. Pink and Rose. Вот смотрите, в 3 побега. Все уже внизу одревеснели. Так, давайте. Ой, смотрите, корневая просто шикарная. Шикарная. Так, Quick Fire Fab. Вот, смотрите, корневая. Ой. О, какая. Смотрите, просто шикарная. Все, вот смотрите, саженец уже, в принципе, готов к зиме. Хорошо перезимует. У нас еще предстоит октябрь. Вполне нормальный, такой тепленький, вроде по прогнозам. Сейчас вот до выходных прохладно, конечно, уже. Но они у меня будут стоять в теплице. Вот, смотрите, какой классный. Тоже корневая. Magical Mount Fuji тоже. Такой длинненький, хороший. Вот Petite Lantern. О, какая корневая. Тоже вот здесь вот уже одревесневший стволик, второй помельче, но вообще мне очень нравятся их саженцы. И вот это BG,
такой вот тоже не сильно большой, корневая хорошая, здесь уже вызрели все. Вот такие вот шикарные саженцы, еще жду металлику Little Love, по-моему, заказала, и еще Little Lime Punch, и еще какой-то еще, короче. Ну, будем смотреть, я буду показывать. Смотрите, листики чистые, признаков клеща нету, но Bloody Mary, конечно, ой, ну шикарная. А тут у меня сидят, вот еще моя крупнолистная гортензия, обычно бесконечное лето. Вот посмотрите, какая шапка просто. Три мои руки. Вот такие вот шикарные. А это мои малышки сидят, тут древеснеют. Но здесь в основном малыши, ну вот это Red Light. Red Light, кстати, у меня хорошо укоренились. Вот эти вот тоже Red Light, видите? Ну, они хорошо перезимуют, у них уже низ одревеснел. Вот Petit Star тоже, череночек малыш, но и они вот сидят у меня вот, это Бобо малышка прям совсем. Вот, но они сидят у меня в теплице и ждут. Это у меня Little Lime такой, я покупала мизерный, это Diamant Rouge, мизерный череночек, это мои вот малыши, последние. Вот, а это я тоже брала черенки. Но здесь уже в Тольятти очень хорошего качества. Пересадила их, тоже были в подевятках, пересадила их вот в трешечке. И они вот шикарно сейчас подготовятся к зиме. Это мой полярный медведь, я его очень поздно обрезала. Думала, он не будет цвести, брала много черенка с него, и клещ еще его поел. Ну, в общем, красавчик. Это бигрин. Вот. Распускается одно соцветие уже все, а вот два еще распускается. Это черенок мой этого года. А, вот такой. А что у меня еще здесь есть вам показать? Ну вот еще одни тоже малыши такие. Вот это ванила фрайс, которую я думала, она умерла. Но она мне выдала вот такую хорошую палочку, веточку. И вот даже пытается зацвести. А это у меня Little Pussy, он такой красавчик стоит здесь. Остальные почти все я высадила и еще есть на улице. Так что я стала богаче еще на 7 сортов. И я просто счастлива. Посмотрите, ну какова же красота, ну какая Bloody Mary, ну какая шикарная.